А, ну да. Потолки натяжные. Это покраска вся заводская, да ведь? Нет, здесь внутри Здесь красиво. красиво, смотрю, аккуратно. Покрашено. Давно аккуратно. Я не увидел, где эти слипшиеся вот эти. Я себе между... делал таким А, образом. вот, я вижу, да, да, вот, вот. Слипшиеся было, да? Да, ну, ну это когда рассыхается. Да, там потом прокрашивали еще Почему раз. Почему я и говорю, что я вот себе я дома делал, вот она. Я себе дома как делал? Я сначала красил первый слой, не прибивая, а потом, потом ну, и по второй месту. Слой да, 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 я так же делал. Ну и, блядь, распиздя, если честно. Ну как линию, блядь, били? Вы что, по краю не могли бить, чтобы не было видно? Да, да, да. Потом это, блядь, как их назвать, пистолет, блядь, не отрегулирован, мнет, блядь, гвоздь видно. Ну, как-то вот сделано. Ну, задатно. Линия гвоздей неровно идет, блядь. Ну это надо все проговаривать с ними или как, я даже не знаю. Да, небольшая вибрация есть. Да, ну эта панорамка вся, конечно, новая, да. О, даже дистанционная рамка пластиковая сделана. Или это алюминий краш, ну неважно. Наверное, пластиковая, да, вот это. Из дорогих. Ну, светильник вот этот, ну, типа дизайнерский, ну, наверное, на Алиэкспресс куплен, там я тоже видел. Да, тоже люстра в этом же стиле, это светильник в этом же стиле, торшер. Да, свет дребезжит. Ну ладно. Получается три комнаты. Интересный шкаф. И эта комната еще.